Складонож V-Knife Jix. Интересная новинка 2019 года от знаменитых китайцев V-Knife. В данном случае имеем клиночек из M390, о чем говорит маркировка на пите клинка. И комбинированную рукоятку из оливкового G10 и вот таких вот титановых претин. Очень сильно заблэквошенных и создающих хороший контраст между этими двумя цветами. Ножка является флиппером на подшипниках, поэтому механика у него бодрая и приятная. Интересно, стоит отметить вот такой двойной гринд на клинке. Собственно, по большей части он достаточно тонко сведен и становится толще к кончику. Также имеем вот такое дизайнерское технологическое отверстие на клинке. Собственно, кроме визуала ничего не дает. Обух достаточно толстый для любых видов работ. По размерам ножик не особо большой, вполне типичный для складня на каждый день. Собственно, рукоятка слегка изогнутая, пистолетная. Можно брать как прямым хватом, так и перехватить за чойлик для более каких-то деликатных и точных работ. Клипса в данном случае вот такая вот коротенькая, стоунвошенная, с глубокой посадкой и исключительно под правшу, под левшу посадки нету. Конструкция сквозная, на спинке можем увидеть вот такое вот интересное количество бонок. Зачем, почему, непонятно, но производитель посчитал, что это нужно. Так, в целом, аккуратный и достаточно приятный ножик с формой, чем-то схожий на древнегреческий копис.